Сообщение о возгорании поступило на номер вызова пожарной охраны 101 накануне в 10 часов вечера. Через 3 минуты на место прибыли огнеборцы. К тому моменту уже обрушилась кровля дома. Огонь удалось потушить спустя час. При разборе завалов пожарные обнаружили тела 80-летней пенсионерки и 51-летнего мужчины. Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели.